Дорога в дачном поселке близ станицы Зеленчукская требует ремонта. Жители улицы Дачная долгое время не могут нормально передвигаться по единственной дороге, ведущей к районному центру. В проблеме разбирался Карча Биджиев. Свежий воздух, плодородные деревья, тихое и спокойное местечко, вдали от городской суеты. Плюсов много, но есть и минусы. Это дороги. Возникают неудобства для жильцов поселка. Сложно добраться в магазин за продуктами, в медучреждение, а также невозможно проехать скорой и такси. Больше 20 лет я тут живу. Дороги никто не делает. Тут уже хоть на танке езди. Зарплата не позволяет ремонтировать за свой счет. Если дрова 18 тысяч стоит, куда нам жить, что нам делать? Более 20 человек я подписей было у меня. Ну, пообещали, что в этом году начнут делать. А когда начнут делать, не знаю. На дороге образовались глубокие ямы. Грунтовое покрытие полностью износилось. В некоторых местах вовсе нет проезда. Жильцам приходится ездить на машинах через поля. Даже их вездеходы порой не справляются с поставленной задачей – проехать по бездорожью. Местные жители пытались отремонтировать так называемую горе-дорогу. Попросил начальника. Он мне дал 5 КАМАЗов, завезли, выровняли хорошо, сделали дорогу нормальную, красивая была дорога, хорошая. Вот. А тогда пошли лесовозы, начали лес возить, объезжали милицию или АИ, начали лес возить, разбили нам дорогу и все. И теперь не знаем, что. За комментариями вести обратились в районную администрацию. По улицу Дачную могу пояснить следующее, что да, действительно, эта проблема у нас существует. Там мы ездили комиссионно, внесли в план график работ на второй квартал 2022 года. Ну, учитывая погодное явление, это, во-первых, во-вторых, конечно, финансовое состояние, так сказать, бюджета. Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы этот вопрос решить. У нас, как говорится, каждый год поступает заявление подобного рода. Мы по возможности, так сказать, решаем эти вопросы, работаем в этом направлении и дальше будем работать. Но еще раз, как я уже успел сказать, будем отталкиваться прежде всего от погодных условий, ну и, соответственно, от бюджетных средств, предусмотренных именно на ремонт дорожных, так сказать, на развитие дорожной инфраструктуры, ну, соответственно. Ну, я думаю, там небольшой участок. Я думаю, как только погода наладится, мы, думаю, решим эту данную проблему. Люди, проживающие в дачном поселке, говорят, что с приходом весны дороги снова превратятся в болото и все вернется на круги своя. Карча Биджиев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, станица Зеленчукская.